И началась игра. Ну и давайте сразу же по составу. Получится ли сегодня очки набрать в арену? Это, конечно же, большой вопрос. Сейчас удар по воротам неплохой, обводящий провел. Будет входить в штрафную, входит. Удар по воротам дальний, Магомедов отбивает, добивание блокируют защитники. Кстати говоря, друзья мои, нет сегодня Марата Магомедова. У арены неизвестны мне причина отсутствия этого футболиста, но один из основных. Ну что, будет бить? Да, удар по воротам, ближний отражает Руслан Магомедов. С такой дальней дистанции. Да, это удар, друзья. И это неплохой удар. Тащит Мамеда. Удар по воротам. Ух ты! Перекладина. Какой удар получился сейчас у Абакарова. Свисток арбитра. Удар по воротам у Луби Арсланбекова. И все на этом, друзья. Свисток. Шамиль, ты в новой для себя должности главы КДК. Досмотрим сейчас эту атаку Юлду за Арсланбеков. Удар, это гол. Это гол Луби Арсланбеков. Мощный очень выстрел с этим ударом 13 номера. Руслан Магомедов не справился. И перед этим был очень мощный выстрел с правого фланга. Там Магомедов отреагировал. Добивание... Наверное, все-таки гол назревал, он назревал. Реагировать на подобные эпизоды. Что, в принципе, сейчас и сделали. Вывели на удар Аббаса Абдуллаева. Шамиль Шахрудинов пробивал. Признаться честно, озвучивая стартовый состав арены, я несколько раз перечитал имя и фамилию этого парня. А тут Юлду забивает второй. Хизри Джумак. Я тоже не против Рамазана прибрать своим рукам. Ну, есть еще Сана. Другие футболисты. Ну, а это 3-0. Это 3-0. Здесь тоже не игрушка. Еще. Помнится мне, что капитан стал и Билал Билалов. Может быть, так. Периодически меняются парни. А это автогол. Автогол. Счет становится 4 минут до конца матча. Добивается Юлдуз очередной крупной победы. Сейчас забивают еще один. Ислам Абакаров спокойно, классно все разыграет. Но если не вся арена, то вот этот вот парень, капитан, один гол заслужил, наверное. Но забивает арена, она забивает Хибиева. 30. Пропускаешь. На последних буквально секундах. Все, финальный сток.